здесь надо было поворотник включить, показать, куда ты едешь. Здесь. Обрати внимание, что там стоит знак запрещающий. Остановка запрещена. Раз, знак был. Поехали, поехали, все, по второму ряду едешь. Правый ряд перестраивайся, поворотник включай, зеркало смотри, пошел с газом. Вот. Знак остановка запрещена была, поехали. Вот перекресток на Сингапуре нерегулируемый, вот здесь можно остановиться уже. Здесь. Ну да, вдоль дороги или в конце остановки, включай поворотник, останавливайся. Прижимаемся, в зеркало смотри боковое. Да не туда же ты смотришь, сугроб, чтобы не уехать, в правое. Вот так вот. Все, не то. Ой, ручник парковка условно. Поехали. Не будем дергать ее. Левый поворотник. Пошел. Все. Это был знак один главный. Ой, главная дорога. Запрещающая остановку. Двигаемся дальше. Смотрим. Здесь можно везде останавливаться, где вам в душе угодно. Ну, естественно, выдерживать правила остановки. 5 метров от перекрестка там и тому подобное. Двигаемся, двигаемся. Если зеркало проходит, и ты проходишь, вон второй знак. Остановка запрещена, видишь? Да. Все, то бишь, еще здесь мы можем остановиться, а дальше уже кукиш. Мы уже не можем. Двигаемся. Это был второй знак. Вон стоит третий знак. Напротив какой-то столовой. Вот сауна, столовая. Вот и третий знак стоит. Кстати, в ту сторону, в обратную, вон один знак стоит. Напротив, на дорогу смотри. Вот. Здесь получается остановка запрещена. Я вам даже больше скажу, народ и здесь пытается остановиться, тоже запрещено. И тут, ребята, тоже запрещена остановка. Вон тот перекресток впереди отменяет это действие. Здесь я тоже не могу остановиться. Это был третий знак, да, по-моему? Да. Двигаемся, двигаемся. И за перекрестком спокойненько останавливаемся. Включаем поворотник. Протягивай немножко, прижимайся. Только не в сугроб. Остановились, пошли дальше. Условно нейтрал, ой, парковка ручники, поехали. Все, включай поворотник. Четвертый знак видим, да? Остановка запрещена, соответственно, здесь мы уже остановиться нигде не можем. Пятый знак, остановка запрещена, здесь мы тоже не можем остановиться. Двигаемся, двигаемся. Шестой знак. Что знак этот говорит? Сюда нельзя. До этого знака остановиться нельзя. Вот сейчас выбираем место для остановки. Смотри, только выезд, заезд. Проедем его? Да, да, проедем. Это был шестой знак, до которого нельзя было остановиться. Все, начинай движение, поехали. Левый поворотник, прямо поехал. Ты на дороге стоишь. Выключи поворотник. Это был шестой знак. Развернуться также здесь очень много места, где можно. Это везде можно, ребята, остановиться. Вот тут на парковочных местах можно остановиться. Но помните, когда вас на экзамене заставят тут остановиться, ну как, вы сами выберете это место, вам потом скажут, ну давай, выезжай отсюда. Так что лучше останавливайтесь вдоль дороги. И вот последний знак, седьмой. В районе остановки контур или проспект 60-летия октября. Ну вот, грубо говоря, последний знак. Здесь уже останавливаться нельзя, двигаемся в прямом направлении. Объезд знак покажи, левый поворотник и выключи. Вот, потому что объезд. А здесь уже можно остановиться, потому что был перекресток. Ну все, кому непонятно, спрашивайте.